Привет, дорогой друг, и сегодня у нас очередная самоделка, и для нее нам понадобится всего лишь две составные части. Вот такой вот шприц и пластиковая бутылка. Я взял такую маленькую, поменьше, так удобно. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем, а вы не забывайте подписываться, ставить лайкосик и писать комментарий. Погнали! Перво-наперво нам следует отрезать часть шприца, а именно нам понадобится вот эта часть, то есть непосредственно сам упор. Отрежу половинку. Эту часть оставим, вдруг пригодится. Вот такая вот штука у нас получается. Шлифуем. Затем я беру крышку от бутылки и нужно сделать как таковую типа разметочку. Ну, будет проще взять большое сверло и просто просверлить. Что мы сейчас и сделаем? Находим центр. Угу. Ну, а далее просто рассверливаем. Еще немного. Есть. Что же нужно сделать далее? А далее нам нужно закрепить в каком-то таком среднем положении. Пожалуй, закрепим с помощью клеевого пистолета. Сейчас поставили нагреваться его. Вроде клей нагрелся. Наносим. Нам сделать нужно, чтобы данный шов был герметичен. Вроде бы ок. Даем подсохнуть. Следующий шаг, нам нужно отрезать в бутылке донышко. Вот так. И здесь сейчас сделаем тоже просто отверстие для того, чтобы вешать ее. Готово. Далее соединяем толкатель с телом шприца и вот таким вот образом продеваем. Закручиваем обратно крышку на бутылку и идем испытывать.